Погоня, цель которой задержание нарушителей, оказалась поимкой угонщиков. 3 февраля около половины первого ночи инспекторы ГАИ на своем служебном автомобиле работали на проспекте Пушкинском. В районе торгового центра «Перекресток» они обратили внимание на двигавшийся во встречном направлении автомобиль «Жигули» с одной светящейся фарой дальнего света. Требования сотрудников об остановке водитель проигнорировал. После началось преследование. Двигаясь по Пушкинскому, водитель неоднократно выезжал на полосу встречного движения. Не указывал сигналы поворотов. Подъезжая к кольцу мясокомбината, водитель потерял контроль над управлением и выехал за пределы проезжей части. Совершил столкновение со стоящим автомобилем, после чего выскочил из автомобиля и пытался скрыться. Однако силами был задержан. За рулем «Жигулей» находился 17-летний могилевчанин, который не имеет водительского удостоверения. Кроме того, потому что из-под руля торчали провода и замок двери был взломан, следовало, что машина вскрыта самовольно. Как оказалось, подросток вместе с приятелем угнал данный автомобиль, а сами они числятся в розыске. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело за угон, совершенный группой лиц, за которое предусматривается до 6 лет лишения свободы.